Буквально, Евгений Владимирович. Господа еврооптимисты, вы так очень любите все время говорить про Европу, про демократию, про нас. Друзья, у нас слово «компромат» потеряло вообще какое-то значение. Да. В Европе, если министр на общественном, на служебном транспорте приехал к себе на дачу, он уходит в отставку. Так. У нас вы призываете ждать политической ответственности через 5 лет. У нас нет политической культуры. У нас вокруг коррупционных скандалов, да, все министерства и все органы власти вертятся. В отставку никто не уходит. А 5 лет, ну я не готов 5 лет подарить сначала Порошенко, потом 5 лет подарить Зеленскому, потом 5 лет Виталику Кличку или еще кому-то. Никакого, у меня их нет в запасе столько. Либо надо тогда, извините, все-таки вернуться к культуре политической, да, к понятию отставка. Но мы же в это не верим. Я предлагаю вводить механизмы отзыва и досрочного прекращения полномочий. Вот это единственный инструмент, который в стране сработает. А призывать всех подождать и потерпеть 5 лет, а потом поставить Зеленскому двойку, ну извини. Стоп, давайте. Я говорю про те, що кампанія інформаційна, дискредитаційна, використовується всюди опозицією. Але це не означає, що постійно, короче... Так, на правах модератора я хочу здесь поставить точку и сказать вот такую вещь. Мы еще не доживем до того времени, когда из-за плагиата, там, диссертации, кто-то будет уходить в отставку, а во-вторых.